Новый спортивный объект появится в селе Яльчики. На его строительство из республиканского бюджета выделено более 30 миллионов рублей. И почти 2 миллиона добавят из местного. Это будет стадион-площадка с искусственным покрытием для всестороннего спортивного развития. Ребята смогут играть в футбол и хоккей. Здесь оборудуют сектор для прыжков в длину. Для поклонников бега готовится круговая дорожка с четырьмя полосами на дистанцию 400 метров. Баскетбольные и волейбольные площадки уже готовы. Вот они, две площадки стоят. А, вот это, да? Волейбольная площадка. Да. Здесь вплотную показ будет расширение, хоккейные коробки и вот сам стадион. После демонтажа старых конструкций и завершения подготовительных работ начнут обустройство хоккейной коробки и футбольного поля. А пока идут работы по выравниванию территории. Параллельно завозят стройматериал, железобетон и песок. Работы, как заверил подрядчик, они планируют завершить до начала учебного года. Кроме того, на встрече с ВРИО главы Чувашии обсудили возможность строительства в райцентре ледового центра, который особенно ждет местная хоккейная команда «Яльчики». Она представила нашу республику весной этого года на соревнованиях в Башкирии. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика.